Вот сорт Диамант. Косточка коричневая, уже полностью коричневая. Грозди уже практически все вызрели. Приобрели характерный цвет, окраску. Сахаристость Диаманта на этот момент в пределах 23-24%. Довольно приличная сахаристость. Можно снимать ее и использовать для виноделия. Процесса винификации. Урожайность довольно высокая этого сорта. Он имеет устойчивость к заболеваниям. Довольно высокую. Хотя мы делаем профилактические обработки на фоне других сортов. Так лист чистый, заболеваний не наблюдается. Лоза хорошо вызревает. До самой верхней проволоки уже лоза практически вся вызрела. А еще есть время, она подготовится к зиме. Вот такой приятный такой загар на гроздях. Грузди довольно рыхлые, хотя некоторые и довольно сбитые. Но грибноотделитель отделяется очень хорошо. Вино получается мускатное, нежное. Чувствуется во вкусе, сейчас чувствуется кислота. Это очень хорошо. Если будет недостаточно кислоты, можно добавить более кислый сорт. Например, Рекацетели. Это поздний сорт у нас. И можно чуть добавить, корректировать кислотность другими сортами. Но это так. Если вы делаете моновино, можно добавить лимонную, не лимонную, а винную кислоту. Лимонную нет. В таком плане. Этот сорт очень достойный. Кто занимается виноделием, знает этот сорт. Ее высокие вкусовые качества можно использовать для десерта. Очень вкусный виноград получается. Диамант на 10 сентября 2024 года, Черкасская область. Прекрасный мускатный сорт. Диамант.